воскресенье отмечался День работника текстильной и легкой промышленности. Поэтому губернатор Сергей Морозов провел аппаратное совещание на швейной фабрике «Бастон». Главе области презентовали ассортимент школьной формы, производящейся на предприятии. Также свою продукцию представили Барышская швейная фабрика «Русь» и новомайнское предприятие «Номатекс». А в честь праздника глава области наградил работников текстильной и легкой промышленности. Швейные и текстильные производства занимают достойное место в экономике. Я думаю, что у нас сегодня будет несколько минут об этом поговорить. Ну а ваша продукция, уважаемые руководители текстильных и суконных предприятий, предприятий легкой промышленности, несомненно, занимает достойное место в экономике региона и пользуется популярностью не только в нашем регионе, но и за его пределами. По итогам 4 месяцев года легкая промышленность очень хорошо себя показала. Если индекс промышленного производства составил 102,6%, то текстильная индустрия идет к нему с опережающим ростом. Она достигла почти 105%. В связи с этим губернатор выступил с инициативой принять несколько льгот для предприятий легкой промышленности и семей, которые покупают товары для детей. Разработка этих программ должна завершиться до середины лета. Ну и, конечно, мы должны будем иметь свою программу софинансирования, мер поддержки, которые не указаны на федеральном уровне. Это субсидирование части затрат для многодетных и малообеспеченных слоев населения на приобретение одежды и школьной формы. Поэтому я еще раз повторяю, потому что для нас это очень важно. Подведены были другие показатели развития области за январь-апрель этого года. Регион занял в сводной таблице 6 место из 14 в Приволжском федеральном округе. Лидером стала Башкирия, потеснив с 1 места Татарстан. Лидирующие позиции мы занимаем по 4 показателям. То есть мы здесь абсолютно лучшие. Это оборот общепита, это все, что связано с автомобильными, грузовыми и так далее перевозками, то есть деятельностью предприятий автомобильной промышленности. Мы получили больше всех по сравнению с прошлым периодом прибыли в нашей экономике. И вот действие жилых домов в расчете на душу населения. Хороший показатель по уровню безработицы. Совсем небольшой остается задолженность по зарплате. Неплохим смотрится индекс промышленного производства. Но есть показатель, по которому Ульяновская область смотрится в невыгодном свете. Это в первую очередь рождаемость. Она находится на 11 месте в округе. Губернатор подчеркнул, что меры стимулирования промышленности помогут улучшить демографическую ситуацию. Например, вручение подарков новорожденным. Губернатор обсудил вопросы благоустройства дворов в области. Глава региона давал на предыдущем совещании поручение провести инспекцию всех дворовых территорий и тротуаров. Комиссия в муниципальных образованиях завершат свою работу к 20 июня, после чего будут подведены ее итоги. Уже сегодня в областном бюджете на ремонт тротуаров заложено свыше 130 миллионов рублей, и данные средства они позволят отремонтировать порядка 36 километров тротуарного покрытия. Вместе с тем губернатор поручил заместителю председателя правительства Сергею Люлькову провести служебную проверку. Это связано с тем, что появились сведения в средствах массовой информации о незаконных действиях городских властей и областного центра при реализации проекта благоустройства дворов. Все почти такие глобальные программы у нас в Ульяновске заканчиваются вот этим бардаком. То, так сказать, там кроты там деревья едят у нас, так сказать, там они гибнут. То, так сказать, там брусчатку выкладываем, да, так, что потом, так сказать, там все ноги ломают. То еще какие-то, вот, но это сколько можно? Немедленно мне, значит, лично занимайтесь проверкой. Если в результате проведения проверки будут обнаружены факты коррупции, то материалы обязательно передадут в прокуратуру. Выполняется другое поручение губернатора. Оно касается проведения аудита всех контейнерных площадок в регионе. Сегодняшний день у нас по крупным городам оснащенность контейнерных площадок, которые отвечают современным стандартам, приближается к 30%. По сельским муниципальным образованиям ситуация пока гораздо хуже. Тем не менее, тенденция на улучшение оснащенности уже есть. Если так пойдет и дальше, то первые полгода мусорной реформы можно будет назвать удачными. Егор Титов, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ.